У казахстанских компаний появится дополнительный источник финансирования проектов по улучшению экологии. В нашей стране заработает программа для Зеленого климатического фонда, который действует при Организации Объединенных Наций. Сегодня концепцию программы презентовали в Астане. Суммы, которые фонд сможет выделять на экологические проекты, внушительные. От 10 до 250 миллионов долларов США при ставке кредитования менее 2%. Сами проекты могут быть разными – от модернизации старых ТЭЦ на угле до развития электрического транспорта, утепления зданий, проектов продовольственной и водной безопасности. Участвовать в программе смогут не только частные компании, но также государственный и квазигосударственный сектор. Мы явили около таких 23-24 проекта, которые готовы, в принципе, да, уже представить свои проектные предложения в ЗКФ. Но, к сожалению, у нас сейчас в Казахстане нет еще национальных аккредитованных компаний. Этот процесс сейчас идет. Сейчас есть, выявили желание 8 компаний, которые хотят получить аккредитацию. И в данный момент это сейчас процесс идет на утверждение, согласование с Министерством экологии и природных ресурсов. Пока в Казахстане отбирают национальные аккредитованные агентства, участники могут подать заявку и через международные структуры. Организаторы в лице Ассоциации ЭКОЖЕР и Международного центра зеленых технологий уверены, что возможности новой программы помогут Казахстану быстрее сокращать вредные выбросы и адаптироваться к изменениям климата.